Sigma B4 BK, MP3-плеер с поддержкой прогрессивных аудиокодеков и возможностью воспроизведения видео. Устройство поставляется в фирменной белой коробке и комплектуется наушниками, USB-кабелем, руководством пользователя и гарантийным талоном. MP3-плеер выполнен в классическом прямоугольном корпусе из матового синего пластика и по габаритам не превышает 8,5 на 4 см в длину и ширину. На лицевую панель вынесены кнопки управления и навигации, а над ними разместился цветной дисплей с разрешением 128 на 160 точек. Встроенная память плеера рассчитана на хранение музыкальной коллекции общим весом до 8 ГБ, а если вам нужно больше места, предусмотрена поддержка карт памяти до 128 ГБ. Соответствующий слот вынесен с торца. В нижней части предустановлен порт microUSB для подзарядки плеера и мини-джек под наушники. Оба аксессуара есть в комплекте, но для получения наиболее качественной акустической картины лучше использовать гарнитуру широким частотным диапазоном и качественными усилителями. Особенностью данного плеера является поддержка аудиоданных, пережатых кодеком FLAC, который характеризуется сжатием звукового потока без потерь. Наравне с ним есть поддержка файлов MP3, WAV, AAC и прочих менее популярных форматов. Если вам надоест слушать музыку, можно переключиться на радио. Плеер позволяет установить до 30 радиостанций и слушать любимые эфирные передачи по дороге на работу. А благодаря поддержке расширений AV и AMV, устройство позволит не только слушать музыку, но и смотреть видеоклипы. Емкого аккумулятора хватит на 15 часов автономности, что позволяет слушать музыку хоть весь день.